Котики мои сладенькие, вам задание разорвать этот попыт. И кусочки его спрятать, да так, чтобы никто не нашел. Чтобы эта добренькая Матильдочка Ивановна со своими учениками не смогли его найти. Потом вот этих вот маленьких заманить в ловушечку, чтобы ей не с кем было заниматься актерским мастерством. Задание ясно? Не, ну, а как мы их заманим в ловушку? Ну, придумайте что-нибудь. Вы же у нас ловкие, смелые, хитрые! Кого здесь сожрать? Кому обглодать его нежные косточки? Нам капец! Отдыхаем! Пауза, секунда! Что тут у тебя? Походу, двое сбежали. Готовь аномальную зону. Сейчас этих упрячем, а потом догоним беглецов. Оружие. Держи. Продолжаем делать упражнения, умнички мои. А у меня получается? Получается, получается. А где Ратмир и Ева? Да не знаю, мне вообще по барабану. Посмотри лучше, как я научилась ходить кошечкой. Великолепно. Благодарю. Зашибись, как круто, а меня научишь? Ладно, стой рядом, мешок с картошкой. Вообще сейчас не поняла. Ксю, подвинься, не мешай зарождаться новым отношениям. Позвольте. Подруга еще называется. Променяла меня на пацана. Ксю, пойдешь сегодня со мной в кино? Ну да, допустим. Так, так, так. Все, упустили девчонок. Че нам так не везет? Радмир Еву увел, а эти Лизу и Ксюшу. Ничего, будет и на моей улице праздник. Соня на следующее занятие придет, вот я ее и завоюю. Соня, чур моя девушка. Пусть она сама решит. Ладно, ладно, пусть сама решит. Но я-то знаю, кого она выберет. Так, а ну-ка быстро встали, как я вас расставила. Ну блин. Встали, встали. Активнее. Ну что, теперь я покажу вам мастер-класс по пантомиме. Нам понадобятся шары. Вам необходимо понять суть. Смотрите мне в глаза и повторяйте за мной. Поставили шар перед собой и пошли вперед, назад, вперед, назад. В разные стороны пошли. Туда, сюда. Остановились. Подошли к нему, присели, встали, присели, встали, присели в одну сторону, в другую, туда, сюда. Теперь наш шар потянул вверх, мы его тянем к себе, вверх, к себе, вверх, к себе. Теперь мое любимое упражнение — стеночка. Поехали. Вот-вот, молодцы, стараемся. Во-во, правильно. Великолепно. Открывается ловушка, стоит только им зайти и оттуда не уйти. По туннелю все пройдут, в мышеловку попадут. Раз, два, три, четыре, пять, вышла кошка погулять. А за ней мышата, малые ребята. Отлично. Отсюда им не выбраться. Готово. Запускаем. Ну что, пошли стеночкой.
слабенько. Кричите, кричите, никто вас все равно не услышит. А давай превратим их в мышей и съедим. Нет, крыс я больше люблю. Давай превратим их в крыс. Они больше и жирнее. Ну, вообще-то я на диете, но и крыс съем с удовольствием. Вы что там? Никого превращать не надо, ни в каких крыс. Вы что, забыли задание? Вам нужно разорвать попыт и разбросать его по городу. Потом пожрете. Ладно, ладно, режиссер школы магии, будет сделано. Только как порвать этот попыт? Ни черта не рвется. Как его порвать-то? На, ты попробуй. Не хочется портить маникюр. Давай просто разрежем. Конец магии! Что они делают? Они испортили оружие. Радмир, Ева, что происходит? Почему вы стоите на ступеньках? У вас что, игра какая-то, что ли? Что происходит? Тильда Ивановна, я попыт потеряла, а его забрали какие-то кошки. Какие еще кошки? Картунка эта. А их что, двое, что ли? Ну да. Ну и? Они заманили ребят в ловушку. А сейчас испортили оружие против аномалии. Ева, это тот самый попыт, который я активировала и дала вам с Соней? Да. Ева, опять это твоя невнимательность. Ну я же предупреждала. Что же делать? Пробовать исправить. Ну вот и все. Нам не выбраться отсюда. Что делать? Не знаю. Как-то все это очень странно. Магия какая-то. Мальчики, ну придумайте что-нибудь. Мне страшно. Я сейчас в обморок упаду. У меня клаустрофобия. Ну и что здесь происходит? Упс. Еще одна Матильда. Так это ж добрая. Половина той, которая за кулисами замурована. Только сильнее будет. Пора сматываться. Исчезаем. Аривидерчи. Мяу. Стойте! Удрали! Придется вам их искать. А как мы их найдем? Ратмир, доставай телефон, скачивай себе программу слежки. Попыты будут светиться красным. Кошек искать не обязательно. Главное найти кусочки попыта. Мы их соберем, восстановим, и только при помощи него мы сможем вызволить ребят. Но поторопитесь, у вас осталось 2 часа. После 2 часов у ловушки закончится воздух, и ребята погибнут.